шашкой на голову, алебан на груди, красный капитан впереди. Тяжело левой рукой снимать. Вообще, видишь, просто... Просто бомбез. Я постоянно сбиваю ноги, просто как Crazy Frog. Теперь вот есть возможность посмотреть достопримечательности. Не отходя от кассы, что называется. Вообще кайф. Просто. И вот эту функцию сделали. Слетел. Вон они, круизные лайнеры. А вот эти скутеры по всему даунтауну Майами. Классно, классно, классно вообще. Просто, просто, просто молодцы. Кайф. Очень быстро можно разогнаться. Супер. Это Майами, детка. Лошадка. Полицейский по дорогам. О май гад. Что с дорогой? Что, что, что? А? А? Петербург. Послезавтра. Масштабненько. Майами Ривер. Нам ехать надо наверх. Блять, прям под 90 градусов. Воу. Да, и он, кстати, в сетку. Металлическую. Клево. Три притопа, два прихлопа, три отталкивания, одна кнопка. Итак, в общем, это удовольствие вышло $25 за полтора часа катаний и было выкатано 5 миль. Оставляется в любом месте, желательно на углу. Какой экспириенс. Через приложение все. Все, спасибочки, блин, большое. Пошли мы от вашего дома к другому.